сидите, да? Херачат, да. Прячут. Что, все херачат, да? Не могут никак остановиться? Ну, вот 21 день ни разу не было такого, что наш квадрат не пролетал. Да у нас, говорит, вот это... 31-ю бригаду же сдали, но не все, а там какую-то роту, не роту. Это вот ВДВ, да, который 76... Да, 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 76 человек. Если прикинь, привезли меня. А где они заходили? Полковник московский. Из какой страны? А? С какой страны они заходили, интересно? Не знаю, их сдал свой же, понимаешь? А, да, да, наши, это полковник, я слышал. Да, 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 да. Mm-hmm. Ну тут уже, короче, да, неоднократные такие это, случаи. Короче, сливают информацию. Не, ну это правда, это правда. Я потом общалась с ФСБшником самарским, ну, мой там знакомый есть. И он говорит, да, это все правда. У него, короче, на счету 17 миллионов нашли. Потом. Всего за 17 миллионов ведет долларов. Да хуй знает, я не спрашиваю. Понятно. Ну, сейчас страдает там вот это США вонючее. У них там вообще голод, холод. Ну вот, это еще только лето.